Привет, мои друзья. Мы переходили буквы Е. Я потому с тобой я на буквоёнке, и чтобы не запутаться с буквой Е, и нужно написать галочку. Я уже букву Е прописала. Теперь только вот это задание осталось сделать. Что изображено на картинках? Что это? Йогурт, молоко, масло, майонез. Правильно. Какой продукт начинается с Е? Что там? Угу. Йогурт. Правильно, молодец. Отгадай загадки и напиши ответ. Зимой белый, а летом серый. Кто это? Зайка. Зайка, правильно. Молодец. Месяц весенний, он же последний. Май. Май, правильно, пишем. М. М. Молодец, все правильно написала. Нет, все правильно. Дальше. Прочти, что получилось. Май. Май. Правильно, молодец. Следующее задание. Найди пару. Что получилось? Нарисуй картинки напротив полученного слова. Например, прочтем. Вот это? Да, вот это. Майка. Правильно. И нарисовали мы майку. Следующее читаем начало слова, ищем его окончание. Угу. Зай. И теперь нужно найти окончание. Давай зай. Найдем. Вот зайка. Правильно, умничка, соединяем. Так, и рядышком рисуем зайку.